Всем привет! У нас появилась новая версия веб-кошелька DocWallet. И теперь в новой версии кошелька нам необходимо пройти верификацию. Давайте посмотрим, как это делается. Открываем кошелек DocWallet. Далее заходим в меню. И заходим в настройки Settings. Мы видим здесь пункт Verification. Статус верификации далее и персонал инфо. И как раз нам нужно туда пройти. Нажимаем на персонал инфо. Здесь мы пишем имя на английском языке. Так же, как у вас будет написано в документе. Лучше всего верифицироваться с помощью загранпаспорта или прав. Водительских прав. Здесь выбираем страну. Россия. Здесь выбираем день, дату рождения. Месяц. Год. Чтобы найти еще раньше год, необходимо нажать на самый верхний пункт. Число у нас 19 и электронная почта. И электронная почта у нас такая. И нажимаем кнопку Next. Далее нас просит загрузить документ. Если есть права, загружаем права. Если есть паспорт, загружаем паспорт. Лучше всего, чтобы в документе было написано на английском языке. Это загранпаспорт или водительские права. Загружаем паспорт. Нажимаем на паспорт. У нас тут просят загрузить фотографию. Нажимаем на вот эту кнопку фотоаппарата. У нас открывается фотокамера. Мы наводим фотокамеру на паспорт. И нажимаем фотографировать. Вот у нас паспорт сфотографировался. Теперь мы нажимаем кнопку ОК. Далее нажимаем Next. Теперь нам нужно сделать селфи. Для этого мы нажимаем на значок фотоаппарата. Важное замечание. Во время съемки телефон должен быть у вас в горизонтальном положении. Так, сделали фотографию. И нажимаем кнопочку ОК. Так, фотография у нас загрузилась. И нажимаем кнопку Next. Все у нас загрузилось. И теперь мы нажимаем Continue для отправки документов на проверку. Все, теперь у нас идет проверка. Возвращаемся. Ваша верификация находится в ожидании. Прогресс, соответственно, находится в ожидании. Ожидаем, когда у нас верифицируется наш кошелек. Заходим в кошелек. И наверху у нас также написано «Ваша верификация в процессе». Так что ожидаем. После успешного прохождения верификации надпись изменится и будет написано «Ваш профиль верифицирован». На этом верификация окончена. Все в порядке. Можно продолжать пользоваться кошельком. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.